Здоровенькие были подписчики мопеда Раритетовича, а также сайта wagnerland.ru по мясному ли я механик. И это 16-я серия видеоряда «Перекличка», и она будет посвящена по своему редкому и легендарному мопеду МП-045, выпускаемым заводом, Львовским мотовелосипедным заводом с 1968 года по 1970 год. Оснащалась двигателем D5 с рабочим объемом 45 кубиков, диаметр поршня был 38 мм, ход поршня 40 мм, карбюратор К34Б, если не изменяет память. Зажигание от магнето, провод, бронепровод выходил из корпуса двигателя. Рама по факту была унифицированная с легким, вернее, с мопедом уже. Это был легкий мопед, а был тяжелый мопед двухскоростной МП-046. По факту практически из одних и тех же элементов, кроме задней вилки, колеса. Тут установлены колеса 2.0 на 26 дюймов, как спереди, так и сзади. Спереди стоит барабанный тормоз, унифицированный с МВ-044, извиняюсь. Задний тормоз, задняя втулка велосипедного типа торпеда. Рама квадратной трубы, из квадратной трубы, прикрывалась вот таким вот декоративным кожухом и вот задним крылом. Сиденье треугольного типа, регулируемое. Передняя подвеска телескопическая, механического типа. Задняя на дырчике, единственном в СССР заводе, кто выпускал дырчики с задней подвеской. Это был Львовский мотозавод маятникового типа с механическим амортизатором, тоже унифицированный с МП-046. Электросвет, электросеть, она была, запитывалась за счет динамо-машины, установленных вот в этом месте, которая касалась колеса и запитывала только передний фонарь. К сожалению, вы его сейчас не увидите. Он лежит дома. Вот крепление для него осталось. Задний фонарь отсутствовал. Тут прилагалось либо катафото. Хотя, может быть, это уже колхоз. Нет, скорее всего, тут была катафото. Вот здесь располагался, как и на МП-046, багажничек, бардачок. Очень редкая деталь. Данный мопед красился в салатовый цвет. Красный, это очень редко было, и голубой цвет. Именно этот экземпляр, один из первых в интернете засвеченным как 1968 годом. До этого были известные модели только 1969 года, ну, по крайней мере, я мог нагуглить. В чем отличие, к примеру, краник винтового типа? В 69 году у людей краник уже был типа КР. Далее, на шильдике, если сейчас увидите, цифра 8. Это тяжело распознать. Вот она, восьмерка. Что говорит, это мотовелосипед 1968 года. Данный мотовелосипед был куплен в январе 2014 года за 500 гривен в городе Красноград. Плюс где-то гривен 150 было потрачено на дорогу. Был куплен при курсе 8 до скачка февральского и расстрела Майдана. То есть это последний мопед из покупок до майдановских событий, по факту. Из проблем. Проблема тут сейчас с задней втулкой, она заедает двигатель. Он запускался, что-то там звенело, поэтому мы запуски больше не производили. Будет сниматься и будет пересматривать. Переднюю вилку я уже заменил в прошлом году, была куплена за 150 гривен, поставлена, но тут все равно надо будет перетачивать втулки, делать ее амортизирующей. Фара есть, затовить бардачок, подножку, багажник, катафот, перешить сиденье. Ну а так, мопед очень в приличном комплектном состоянии. На момент покупки его последний владелец 4 года как покоился в земле, царство ему небесное. И спасибо огромное родственникам, которые сохранили, и у них рука, как они сказали, не поднялась сдать его на металлолом. Поэтому они его продавали за цену, чтобы он побыстрее ушел зимой, не сезон. И мы единственные, кто согласился приехать, забрать,
Были еще харьковские коллекционеры, пытались его купить, но они ждали весны. Мы, так сказать, перехватили этот мопед, и я не жалею ни капельки. Это мопед 68 года. По-моему, спустя через год еще кто-то нашел такой же мотоциклет MP-045 1968 года. Если они есть, просьба откликнуться. Пока все. Благодарю всех за внимание. Ждите следующей серии. Всем пока.